Ну что, идем на старт посмотреть, что будет. А пока что вон какой монастырь. Ослиными тропами наверх. Идем. Вот осталось вроде как вон туда. Не совсем много, но добрались до старта. Вот он. И вот отсюда. Вот так вот. Сейчас подойдем поближе, посмотрим. Ну вот, вот старт. Стартовая площадка, конечно, вообще капец. Вот колдун. Он показывает точно направление вот оттуда. А нам надо, чтобы оно оттуда было. Как бы на старте выглядит, как будто он тебе в лицо дует. А ты стартанешь, и тебя вот на этом месте, где я сейчас стою, может нахлобучить. Меркур отдыхает. Тут старт много круче. Плане уклона. Да. Оп. Ну что, налюбовался я на виды, посмотрел на этот старт и решил, ну его нафиг, цепляться крылом вот за вот это все, это колючки, за камни, еще в ротор стартовать как-то. Нет особо. Ну что, продолжаем наш хайк и ноу-флай. Несмотря на то, что не полетел, все равно очень классно. Оп, 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 оп. Ради такой красоты был смысл сюда идти, пусть даже не полетать. Вон как. Вот, с рюкзаком. Иду вот такие вот тропинки вниз, сейчас не знаю, куда. Посмотрим, вроде нет. Козлики бегут. Руин. Я тоже. Ну что, наверх забрались, а теперь надо вниз. Перешли на подножный корм. Так, мы сделали это. Теперь по прямой ходить не можем, да?